все нормально вообще, ты куда-то гонишь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что это было? Это хорошие это? Тормоза. Куда? А, держишь. Где-то враг рядом. Может, где-то вход какой-то уже? Да, я. Стреляет. А пока все здесь враг. Как мне будет? Ой, ёбаный в рот, тащи СПГ, ёб твою мать! Выгрузка, блядь. Пожар. Азимут 10-20, там, блядь, да хуя всего. Почем хочешь, стреляй. Где 10-20? Я вот залезаю к вам, слышь. Сейчас оставим. Куда ставить-то? Вот где-то вот сюда и вот туда, не знаю. Ну, я думаю, что не вижу, у меня дальности не хватает. На дороге, там, на горизонте. Может, более удачно поставим, а то как-то здесь стрёмно. Да нормально, блядь. Ебу. Ну, километр 200, километр 100, где-то так. Ох, пехота там. Если чего, по бэхе вторую башню, на самую вот эту жестко. Почти попал. Правее чутка взял. Блять, на нас танчик смотрит, ёбаный в рот. Сюда даже что-то долетает, по-моему. Может, он жив? Не-не-не, точно нет. Бля. Немного клея, и он будет жив. У него были свои шансы попасть по нему. Страшно. Ничего, конечно. Почти рядом. Это СПГ отработали по бронетехнике, у нас тоже работает. Они там все еще стоят внизу. Бля, смотрит на нас. Ты
справа или слева закрепись. Я вот думаю перетащить куда-нибудь в СПГ сейчас. Сейчас они это потеряют нас, подумаешь, что мы мертвы, и перетащим. Интересно, нас может хуйнуть на километра два? Нам бы правее можно перетащить здесь получше даже. И если они наоборот слева залезут, то ничего не будет. Че, снимаемся отсюда куда-нибудь, укатываем, да? Ну все сказать, да. Кстати, кто-то с перекрестка этого с перевала долбит. Короткий. Может, он вроде сейчас. Да. Я так понял, они сейчас на южной дороге после Гурдура. Ну, ты вперед прошел или остановился? Ну, я тоже туда. Опа. Ты? Я вот держу. Ты убил его? Блядь, уже с другого отделения еще. Ты форму совсем не различаешь? Так, так с судом, короче, то, что это русские были. Это русские были. В смысле? Ну я понимаю, ты форму не различаешь, да русских? Нет, я погиб уже в смысле, ты форму... Пиздец. Уйди отсюда. Хотели изначально взорвать грузовики. А вон грузовики за ним поехали. Найти грузовик, ворваться и взорвать грузовик хотя бы один. Давай, разворачивайся, на метке дельта есть. Нам не надо сейчас убиваться об этих чуваков. Окей, давай проверим просто сейчас. Да, проверим вот. Лицом. Не выкатывайся из-за этого хома, только не выкатывайся. Я знаю. Влетай давай, я хочу проверить. Задави их на вандаке. Ух, там 200-й, слышишь? Сзади долбят. За камнем, за камнем, сзади. Блядь, тут же 300. Мама, нахуй, прям в него прилетело. Сейчас я тебе помогу. Проверяй его. Проверяй его, если что, грузись, поехали. Вау. Нет, не по мне попаза. А, я вижу, какой-то блядь джип. Чудом уцелел. Это наш джип, кстати. Ну там, по-моему, боевики. Я не вижу, а сам поставить. Ставь метку.
какую-то машинку, что ли, впереди вижу-то? Все возможно. Ой, что-то горит. А, это вот, походу, только что сожгли. Слушай, смотри. Стоп, подожди. Бензовоз. На... А. На 100, вижу, это что? Вижу. Я вижу, это бензовоз? Нет, это не бензовоз, это лендак и шишига там. Куча пехоты. А, шишига с пехотой, да? Да, я вижу лендак и еще какая-то машина. Походу не наши взяли этот. АГС. Наши или не наши? Нет. А что за машина вот на 110 на Сковине? Вот это АГС. Не наш. Ага. Ну, в смысле, лендак наш, но как бы не наш. Я понял. Как думаешь, сколько туда метров? Из ТБшки я попаду туда? 800, вряд ли. Да, она недалеко летит, точно. У тебя оптика, да, или что? Да. Можешь пощелкать как-нибудь? Сначала стрелка с АГС, а потом пехоту. Сейчас. Посмотри, снайпер есть среди них. Нет, вроде. А в этом, в кишваке стоят грузовики, это не заправщики? Какой-то трупик нашел. Есть одного. Возможно, не убил, возможно, 300-й, но по-любому попал. Хорошо. Тут русский труп валяется. Что делают? Товарищ свой выйдет спасать. Один только что лег его бинтовать. Давай назад. Ну давай, давай. Может мне отстрелять уже эти РПГ-хи? А, попробуй поэтому выстрелить по УАЗику, там не знаю сколько до него. Метров, камнях, да? На метров 500. Ну максималку, короче, выстрели и просто ебаш. У меня 300 максимум. Не долетел, да? Нет, и так бы попал, убил бы. Все, они будут быстро стрелять. Я могу РПК взять, здесь РПК есть, его зашить там туда. Можно по машинке это разрядить, только двое вроде есть за машинкой. Правда, это огонь слепую будет, ну ладно. Ты скажи, там долетает, да? Сейчас они там попадут. Что они? Они отступают, походу. Ага. Вижу, да. Есть, одному точно снял. Вон, видите, дым? Там, короче, один 100% мертв. Да. Машинки едут, ё-моё, это бензовозы. Направо дорогу, видишь? Ё, вижу. Бля, ты прикинь, как бы у нас могло получиться их перехватить, если бы не эти дурочки. А мы попробуй, иди спускайся. Машину с АГС-ом. Иди давай, я попробую прикрыть. Все, пошел. А что за перед АГС-ом дымы кто-то кинул? Не знаю, я никого не вижу. Возможно, за машинкой кто-то остался.
Если он меня сейчас не завалит. Окей, тебя вижу, сейчас попробую его найти. Да он тоже сыпь какой-то. Я прям на него бегу. Да, да, это походу наш, слышишь? А может и нет. Сейчас с ним скооперируемся, будем догонять. По сути наш. О, отлично. У вас сколько здесь осталось? Двое? Трое. Это у вас? Стреляют, да? Да-да-да, свои. Это у тебя там огонь? Да, я стреляю. Все, понял, понял. Слушай, смотри, у нас впереди Вандак стоит с АГСом, и по дороге впереди едет два этих Урала с бензовозом. Можно сесть на стрелка на водилу, догнать и с АГСом накрыть. Катя, где? Там где Вандак? Да вот впереди, впереди, вот прям вот здесь вот метров 500 вон, за склон, в камнях. С АГСом он или с СПГ? Просто пустой с АГСом. А, пустой. А, ну, я не знаю, есть там БК или нет. Не, это гюрза. РПГ есть. У меня РПГ есть, два выстрела кумулятива и один ПГ. А, это танцевое отделение. Короче, пока... пуски идут не переставая по дороге. Все еще. Понял. Вот там, где горит Лендак, там где-то 4-5 человек. Где дым, да? Да, дым. Там и белый. Под огнем. Понял, сейчас попробую найти. Если будет какой-то ориентир, расскажите. С города, скорее всего. Ебать, они еще по горе, которая левее дороги тоже. Их очень-очень много. Это отряд прикрытия, скорее всего. Слушай, а на противоположном склоне там лежит один пих. Ты меня видишь, да? Сейчас посмотрю. Я подхожу к этому, к Вандаку. Так, допустим, вижу. Да, вот на другой стороне я прям на него смотрю, но... Куда-нибудь через дорогу, там лежит пех, смотрит на нас. На склоне прям? Да ладно, без него вышли. Ты это, передай этим парням, чтобы тоже брали, короче, мы попробовали взять эту хуйню и догнать. 55-4 коробок, охренеть. Мне их ждать, не ждать, как думаешь? Или я могу за тобой скататься? Можешь подъехать к кому-нибудь из них, там, не знаю, что-нибудь. Я еще попробую поставить на РПК этот. Оп, СО. А, никогда. Поражение. А как поражение? Ну, видимо, много убили.